Трудности – это не наказание за прошлое, а испытание ради будущего. Всем привет, хорошего настроения. Сегодня я вам расскажу о праздниках на 16 мая. Поехали! День биографов. Есть еще необычные праздники. День танцев с привидениями, день охраны родителей от детей и праздник Подлиз. А в народном календаре мавра-рассадница, мавра-молочница, мавра-зеленые щи. Именины в этот день отмечают Викентий Николай, Павел Петр, Тимофей и Ульяна. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1881 году в Германии открыто пассажирское движение на первом в мире трамвае. В 1924 году вышел первый номер журнала «Мурзилка». В 1929 году в США состоялась первая церемония вручения «Оскаров». В 1946 году Джек Мьюлин продемонстрировал первый магнитофон. В 1948 году Израиль выпустил свои первые почтовые марки. В 1980 году на автодороге в Англии появился 6-футовый крокодил. И в 1985 году начало антиалкогольной кампании в СССР. И родились в этот день. В 1847 году Иван Цветаев. Русский ученый, историк, археолог, филолог и искусствовед. В 1887 году Игорь Северянин. Русский поэт Серебряного века, переводчик. В 1905 году Генри Фонда. Американский киноактер, обладатель премии «Оскар». В 1910 году Ольга Бергольц, советская поэтесса, прозаик. В 1913 году Вуди Герман, американский джазовый кларнетист. В 1938 году Мстислав Запашный, советский и российский артист цирка, дрессировщик хищных животных, режиссер. В 1955 году Ольга Курбут, советская гимнастка, 4-кратная олимпийская чемпионка, тренер. И в 1957 году Юрий Шевчук, советский и российский музыкант, поэт, композитор, лидер группы ДДТ. Счастье рядом. Не придумывайте себе идеалы. Цените то, что вы имеете. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока.